Так, мы отключили подачу, то есть нагрузку с компрессора, пережали помпы, шланги пережали, подачу антифриза, охлаждение с компрессором. Вот таким вот образом, для того, чтобы нам проверить, виноват ли в этом компрессор. Компрессор новый, но гарантии, то есть на него как бы дать не можем. Да, газы он пускает или нет. Поэтому проверяем, сейчас заводим теперь с отключенным компрессором и смотрим пузыри. Ставим газоанализатор, если у нас цвет поменяет жидкость, значит будут газики. Отпускаем. Давай. Жидкость стала более светлой. Так, вот, видно, хорошо. Так, сняли мы стаканчики, достали. Вот такие вот они вот. Так вот они выглядят. Зачистили. И будем устанавливать новые с помощью приспособление 2030-10, который можно приобрести у нас тоже на складе запчастей, в магазине запчастей. Давай. Делается это вот таким образом. Ты маслом собираешься смазывать? Резиночку. Ну, солидолом смазывать. Вот это масло. Там солидолом снаружи. Ну и резинку тоже. Да-да-да, обязательно. Инструмент взял? Да, он свистит. Так. Поршень. Здесь поднятый. Посмотрим, чтобы поршень не был вверху. Иначе у нас елочка упрется. В него и стакан не до конца сядет. Не до конца сел. Не до конца опустил. Должна вот эта юбка зайти. Вернем. Ну, поршень был вверху, внизу. Ну, какие другие варианты? Так, вот это до низа. Вжали, начинаем
вытягивать елочку. Для того, чтобы здесь разворцевать, чтобы это место разворцевалось в головке, разжимается. То есть здесь у нас держит и сверху резинка держит. Здесь у нас полость антифриза. Вот заебись. Все. Вытянулось. Вот. Стакан стоит на месте. А, это да, старые остатки. Да, он разворцевал и получается. Снизу развальцовано, сверху резиночка держит, здесь антифриз. Полностью. Далее мы ставим форсуночки с новыми резиночками и шайбочками. И зажимаем. Описывали систему. Собрали все на место. Сейчас будем заводить, запускать этот двигатель. Так, собрали все, будем заводить. Главное, чтобы бутылка не сбежала. Держишь? Давай. Что-то не заводится. Thank you.